Все? Добрый день, портал Инсургент. С нами группа Контермат. Здравствуйте. Только что было ваше выступление. Как вам впечатление? Выступление отлично. Сегодня весь состав команд, которые выступают на этой сцене, очень сильный, очень мощный, достойный. Да. То есть, в принципе, выступать на мероприятии такого масштаба уже для нас очень большой шаг и, в общем-то, достаточно большая честь. Вот. Отыграли здорово. Мы очень довольны своим выступлением. Желаем как бы следующим командам, которые здесь будут выступать, удачи, звучать так же мощно, как и мы. Спасибо команде. Сегодня все постарались, все хорошо получилось. Я считаю, что вышло все нормально, более-менее удачно. Что тебе добавить? Я не могу говорить. Очень выдохся. Где вы планируете следующее выступление? Дата следующего выступления пока не установлена, вот, но очень бы хотелось здесь выйти во второй тур, да, очень хотелось бы поскорее, вот, ну а так ждите афиши в нашей группе. Расскажите о своем творчестве, вот о вашем образе. Наши образы, много экспромта, да, на самом деле. Касаемо творчества, мы все же стараемся вложить как можно больше смыслов глубоких, да, в тексты, правильно подобрать музыку под них, сделать правильную подачу, да, то есть под каждую песню мы делаем некий кусок нашего шоу, да, который также несет смысл относительно песни, каждой песни. Вот в шоу был Мишка Плюшевый, да. Просто я не знаю немецкий, весь песня на немецком у вас, да? Да, да. Какой посыл был с Мишкой связанный? Касаемо Мишки, да. Вы можете зайти к нам в группу, опять же, почитать наши тексты и понять смысл этой песни для себя. То есть переводы? Да, естественно. Как, ну, мы понимаем, что у нас не так много людей знают немецкий, да, и могут на слух воспринимать нашу песню, поэтому, да, мы выложили тексты песни. Вы изначально решили именно на немецком делать? Да, мы считаем, что немецкий как нельзя лучше подходит к стилю, к которому мы играем. Еще была, вот, не знаю, как называется в медицинских терминах. Капельница. Эту песню, когда я писал, я посвятил ее своему дяде. Я его похоронил неделю назад. Он был, к сожалению, наркоманом. И эта песня про наркоманов. Больше ничего добавить не могу. Соболезнования. Расскажите, вы собираетесь какой-нибудь клип снимать? Да, естественно. Когда? Как только, так сразу. Нет, опять же, точно даты пока нет. В следующем году. В следующем году точно, да. Вот, то есть, да. А как давно существует ваша группа? В нынешнем составе с февраля этого года. А состав менялся, получается? Да. До февраля 2013 года у нас это год был поиск состава, поиск как бы того, что будем делать, концепция прорисования. Ну, к началу этого года вот у нас состав устоялся, устаканился, организовался, и 23 февраля в этом году мы вышли первый раз на сцену, как бы начали вот вводить, ну, сразу с первого выступления образы шоу, чтобы это было сразу изначально с некой подачей. Ну, вот. А шоу вы коллективно продумываете? Да, как бы как минимум все обсуждаем, а кто-то больше может, кто-то один, кто-то специализируется больше по шоу, кто-то по музыке, кто-то по словам. А гример у вас есть? У нас гример, вон, Кристина, подойди, пожалуйста, сюда. Вот наш гример. Да, прекрасная девушка Кристина. Поближе, нет, не поближе, кадр. Вот наш гример, это все, она вот все образы подумала. А сколько по времени на грим уходит? На всю группу часа два минимум. Вот на него только полтора часа, он, слава богу, сейчас все снял, потому что у него реалистичный. А если всем так делать, я думаю, часа 4 минимум. И то параллельно придется все это проделать. А вот одежда, вся атрибутика, это где-то в интернете находите или... Нет, все отсюда. Ну, просто как видим, так и делаем. Не, магазины какие-то, да, или да, через, да, интернет? А, это... Магазин. Да, мы же рекламируем, но за это не платят. А, да, да, да. Нет, самый обычный рок-магазин, в общем. Что-то под заказ, конечно. Все,
Ну, это, допустим, чья-то униформа или это просто... Нет, это просто сборная солянка, если каждый свою фишку он выбрал. А как переводится название группы? Оно имя собственное. Просто, да. Без перевода. Ну, вообще-то есть перевод. Нет, нет, перевод есть. Какой? Есть синоним, скажем так. Синоним, да. Вся весь смысл названия в том, что ему изначально понравилось слово это, а сейчас мы это слово будем наполнять своим творчеством, чтобы каждый раз, когда говорят конфирмат, сразу было понятно, что это такое. Да. И всяких переводов. Вот так. Так, а примерно какой перевод, какой синоним? Есть. Все, что видели на сцене, это будет конфирмат. Грубо говоря, так. Я даже в своей песне пел: ты конфирмат, он конфирмат, Бог конфирмат, все здесь конфирмат. Это я пел сейчас. Поэтому, да, конфирмат вот. Вы все знаете немецкий язык? Нет. Честно, нет. Большое вам спасибо за интервью, удачного творчества. До свидания.